Всем привет! И всех с наступающим Хэллоуином! В преддверии этого веселого и страшноватого, жутковатого праздника мы с Никой хотим показать вам, как можно сделать эти симпатичные глазки на ладонях. Итак, первое, что нам надо, это взять клей ПВА и намазать ладонь. Затем взять обыкновенную салфетку или туалетную бумагу и разорвать ее на небольшие кусочки и наклеить их на ладошку. Далее снова наносим клей ПВА. Снова берем салфетку и накладываем опять. Снова наносим клей ПВА. Опять. Да-да. Салфетку. И салфетку опять, и клей ПВА опять. Наложим финальный заключительный слой салфетки. Теперь берем тональный крем и закрашиваем наши салфетки. Теперь прорежем отверстие в центре ладони. Аккуратно, чтобы не уколоть ладошку. У нас получилась такая жуткая открытая рана, да, Ник? Ужас! Кошмар! У нас отсюда будет торчать глаз. Милота! Милота! Уже выглядит ужасно! Кстати, да, вот наш глаз, а это глаз для второй ладошки. Теперь берем черную гуашь и закрашиваем центр. Теперь добавляем красной гуаши. Закрасим также красной гуашью внутреннюю часть нашей порванной, разорванной кожи. Расчистим немножко центр ладошки, куда мы будем приклеивать сейчас на двусторонний скотч наш глаз, чтобы он держался понадежней. Теперь аккуратно нужно приподнять внешнюю кожу, чтобы она как бы немножечко накрывала глаз по бокам. Нам немножечко не хватило, поэтому мы сейчас будем еще добавлять слои салфеток, чтобы создать кожу вокруг глаза. Рваными краями в сторону глаза накладываем салфетку. И снова закрашиваем тональным кремом. Добавим еще крови. Немного желтой краски. И синий, чтобы создать эффект синяков. Для большей реалистичности, если у вас нету искусственной крови, можно добавить кетчуп. Вот такой ужас у нас получился.
На этот раз мы все-все не закрашивали, а центр оставили чистым. Даже немножко протерли его ватной палочкой, чтобы глаз на двусторонний скотч прилепился понадежней. Глаза! Ну что же, надеюсь, вам понравилось, как мы сделали глаза на ладонях. Может, эта идея кому-то пригодится, окажется полезной для Хэллоуина. А пока мы с Никой говорим вам... Пока!